Привет, ребята, опята! И как вы заметили, мы сейчас находимся не в колледже, а это значит что? Это значит, что мы сейчас находимся на гала-концерте фестиваля «Студенческая весна-2018». И мы будем докапываться до зрителей и участников этого фестиваля. Поехали! Весна. Это вы, получается, же главный, правильно? Ну, отчасти. Вы же как типа главный, да? Типа, да. Что вы ждете от сегодняшнего мероприятия? Сегодня будет классно, сегодня будет супер. Жара. Я чувствую подвох какой-то. Нет. Самое главное, что будет много позитива, эмоций. И, наконец-то, может быть, настанет весна, не будет идти снег. Потому что ты что? Да. Студ, весна. Пойдем. Так, стой, я тебя сразу приметил. Подожди, Аделина, я даже знаю, как тебя зовут. Иди сюда! Весна. Вот ты сегодня работаешь организатором данного мероприятия, зонального фестиваля «Студ весны». Что входит в твои обязанности? Сначала я была на гримерке, я общалась там с людьми, я следила за порядком, я приносила всем воду, потому что я хорошая. И там я познакомилась вот с Дашей. Теперь мы знакомы. Классно? Мы с тобой подружки! Да! Девушки, я вас смотрю при параде, или вы не успели просто переодеться? Лариса, привет. Можно я тебя йогуртницей буду называть? Нет. Нет? Нет. Молочной мамой? Нет? Нет. Смотри, если я сейчас у тебя возьму одну штуку, что мне будет? Я... Долгий ответ, поэтому я возьму. Что вы будете делать? Чем будете удивлять наших сегодняшних зрителей? Цирковым номером. Цирковым номером? Вопрос, который интересует всех наших участников и зрителей. Как же вы репетируете? В актовом зале, может быть? Нет, специально отведенном месте. У нас там все оборудование, все подвешено, высокие потолки. И, в принципе, да. Меня насторожило слово «подвешено». Вот я на вас смотрю, ну, как вы репетировали, да? Ну, это выглядит так, вот как, знаете, вот ваши цыплята, да, и вы как мама-курочка, да? Спасибо за курочку. Весна. Вы сегодня пришли в качестве зрителей или участника данного фестиваля? В качестве зрителя. А почему вы сами не участвовали? Ну, если есть профессионалы, зачем как бы есть? Если я еще профессиональный, зачем дорогу-то молодым надо отдать? Вот именно, как бы, ну, как бы я профессионал, я 5-й год, но здесь, везде, там, по России езжу, там, да, ну зачем быть, как бы... Сыктывкар там всякий, да? Я вот вижу, у вас очень много значков, вы их коллекционируете? А эти значки выдаются не просто так, а выдаются за определенные мероприятия. Получается, именно там, где мы как раз-таки были. И также значки выдаются за период, отработанный нами. Ну, то есть, я вот смотрю, у вас они такие красочные. Какой ваш самый любимый значок? Какой? Целинный. Ну, получается, вот эти вот значки. Они как раз-таки выдаются за период, от которого мы отработали. То есть, по этим кирпичикам, они называются, и можно определить, сколько человек уже отработал. Ну, красиво. Слушайте, а у тебя вот один кирпичик. Ты что, один срок отмотала? Вот только посмотрите на них. Они забирают мою работу. Скажи честно, тебе платят за организаторство? Нет. Моя зарплата – это общение с людьми, это то, что у меня есть возможность помогать людям, и те эмоции, та атмосфера, которая здесь – это моя зарплата. Ну, нам всем так это говорят. Весна. А не боитесь ли вы высоты? Очень боимся, вы что, это самое страшное, что может быть, особенно когда в первый раз ты туда поднимаешься, чересчур сильно тебя эмоции, конечно, перебивают, слезы, страх, истерика, ну, что поделаешь. А вас насильно, что ли, туда отправили, типа, ты идешь? Как-то у вас, может, называется ваше объединение там? Вокально-хореографическая студия «Только мы». То есть вы еще будете и петь? Я тут, да. Что петь будешь? Витамин D. Витамин D. А можно спеть пару строчечек? Нужно? Давайте, я могу тебе... Давайте под биту, да. А там надо... Что надо сделать? Давай. Весна. А ты сегодня будешь удивлять или смотреть на этот концерт? Конечно же, буду удивлять. А чем ты будешь сегодня нас удивлять? У нас есть коллектив театр мод Art Model от НЧКФУ. Мы будем ходить на каблуках и показывать свои наряды. Угу, то есть шаришь в моде, да? Конечно. А как ты оценишь мой лук? Очень стильно, модно, молодежно, по классике. Бело-черный, инь-янь. Да, хорошо. Вот волосы еще бы как-нибудь закудрить.
Я тебя закудрю. Я тебя закудрю. Закудрить надо. Здравствуйте. Вот самый подходящий момент, да? Да, самый подходящий момент. Сложно ли ходить на каблуках? Очень просто. Девушки, вот скажите, пожалуйста, вот дают йогурт, а как мне его кушать? О май гад, о май гад. Что у тебя с пальцем случилось? А, это... Ну, нам не важно, смотри. Я видела ваше выступление на Сарасадыковой, когда еще было Сарасадыковой. А, это же что-то означает, правильно? Да. Что это означает? Это музыкальная шкатулка. Там такой дабстэм, да. Но у нас сегодня нет балерины, поэтому у нас просто шкатулка. Она не согласилась сюда ехать. Она ногу сломала. Правда? Ну, у нее что-то с ногой. Доскакалась. Да. Вот и закончился фестиваль. Даречка получила первое место. Но вы скорее подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. И говорите, что я хочу еще какие-нибудь интересные видосики, интервью. И тогда я буду это все снимать вообще без проблем. Всем добра, удачи. Пока. Чуть-чуть буду учить.